Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинская. И сегодня я хочу вам поделиться такой информацией. Надеюсь, она будет для вас полезна, особенно если вы продвигаете свой бизнес в интернете. Немногие, но все-таки используют платформу blogger.com для создания своего интернет-блога. И я вот вам покажу на примере своего блога, как я сделаю себе переход, вот, допустим, с главной страницы блога в интернет-магазин. Посетитель моего блога автоматически перебрасывает его на интернет-магазин. Точно так же вы можете любую свою реферальную ссылку продвигать через свой блог. Я вам покажу, как это сделать, используя плагин «Прятатель ссылок». Я загружаю стартовую страницу Chrome и выбираю в правом верхнем углу значок «Блогер». Загрузила свой блог в режим редактирования. И здесь выбираю страницы. Выбираю «Создать страницу». И пишу название своей страницы. Название страницы дала. Теперь я выбираю HTML. Здесь «Создать» есть HTML. Выбираю HTML. Убираю все, что здесь написано. И у меня заранее заготовлено этот плагин «Прятали ссылок». Я его копирую, вставляю. Соответственно, вместо слова «Ваша ссылка» я использую ссылку на интернет-магазин. Выбираю «Создать». Выбираю «Обновить». Ну и теперь смотрите, что я советую вам делать, а будет проще. Выбираем галочку «Посмотреть блог». Как видите, на главной странице блога эта ссылка, эта кнопочка, эта страничка не появилась. Что я вам советую сделать? Берете, выбираете вот здесь вот в правом уголочке гаечка «Изменить». И появляется список страниц, которые вам нужно отобразить. В данном случае галочку в чекбоксе напротив ссылки на страничке интернет-магазин онлайн-стол. Галочку поставили, не забываем при этом спуститься. Можно поменять порядок страниц. Меня в данном случае он устраивает, поэтому я менять не буду. Вы можете поменять при необходимости. Обязательно нажимайте слово «Сохранить». Нажали. Как видите, вот появилась страничка интернет-магазина. Я просто-напросто, как любой посетитель своего блога, захожу. Проверим, работает ли переход или нет. Ну, как видите, вот есть переход на блог, интернет-магазин. Надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!